кайфовая игра, в которой все думают, что я должен всех один разъебать на 9-й пик, нахуй. Похуй, что нету ни тройки. Заткнись, игре, ни пожалуйста, блядь. Заткнись, 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 заткнись. А что это не так раз? Заткнись. Все, ой, спасибо. Блядь, тихо, грубо, грубо все забыла. Давайте без грубости тоже. Где здесь? Что здесь грубого, скажи мне? Ну заткнись, это грубо. Заткнись, это предложение не портить настроение себе и другим. Вот что такое заткнись. Нет, нет, предложение не портить себе. Я всю игру, две игры подряд, Ярик, я ему говорю, блядь, там успокойся, чел, успокойся, чельни, он там, блядь, с кем-то тини, нахуй, на домом переписывается тут, блядь, ну где вы, ебать, ты что, нахуй, что это за хуйню, я выслушиваю, сука, на протяжении двух часов уже. Поэтому вместо замолчи, брат, пожалуйста, давай выиграй, то заткни свой ебальник, нахуй, стяни его, ты тварына, блядь, вот такой вот примерно. И это не токсик, это ничего плохого. Это просто предложение, чтобы человек понимал, блядь, что надо, сука, быть дружелюбнее, а не таким ебаньком, блядь, вот это, ныть, сука, вот это гав-гав-гав-гав-гав.